Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу за то, что действительно Иисус Христос воскрес. И поэтому мы сегодня с вами здесь, потому что если бы Он не воскрес, то вера наша тщетна. И поэтому хотелось бы приветствовать вас вновь этим пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня в народе называется это Фомино воскресенье. Не знаю, насколько мы отмечаем его как таковое, но знаем, что есть такая дата, потому что на восьмой день после своего воскресения Иисус Христос явился и Фоме, и мы знаем Фому как того человека, который вот, для которого Иисус вот специально пришел для того, чтобы явиться ему и показать то, во что он не верил. Я не знаю, встречали ли вы в России кого-то с именем Фома, или, может быть, это считается какой-то плохой приметой называть так своих сыновей. Хотя я знаю, что в других странах есть имя Томас, и это Фома по-русски, и, в принципе, ничего здесь такого нет. И я надеюсь, что сегодня мы с вами, посмотрев на Фому, посмотрев на то, кем он был, кем он являлся, мы сможем лучше его увидеть. И, может быть, даже наше мнение чуть поменяется об этом имени, и оно не будет таким категоричным и, может быть, таким вызывающим отвращение какого-то. Итак, давайте с вами прочитаем из Евангелия от Иоанна, 20 глава. Давайте в почтении к Богу и к Его Слову вставши прочитаем из Евангелия от Иоанна, 20 главы, с 24 стиха по 31. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“, но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие“. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его“. Пожалуйста, присаживайтесь. Кто такой Фома? Что мы знаем о нем из Писания? У Фомы очень интересный характер. Вообще все ученики, самые очень интересные личности, они все отличались друг от друга. И Фома, которому дали прозвище такое «неверующий», которое, на самом деле, как я уже сказал, не совсем, наверное, подходящее. И надеюсь, что мы это с вами сейчас увидим. И Фома, он был, на самом деле, человеком, наверное, более лучшим, чем принято о нем считать. Фома, как и любой другой человек, он обладал, конечно же, и багажом негативных каких-то качеств, характеристик. Его характеру были присущи долгое размышление, он мог вынашивать какие-то идеи. Он был склонен к тревогам, страхам. Я думаю, что и у нас, возможно, такое бывает в нашей жизни, и в чем-то мы себя увидим в этом герое, в Фоме. Фома всегда ожидает самого худшего. Создается даже впечатление, что он такой просто настоящий пессимист. У него даже не сомнение, а просто пессимизм во всех вот проявлениях, когда вот он что-то начинает говорить или что-то делать. И Фома, он обладает склонностью видеть только темные стороны жизни. Но также Фома, помимо всего этого, он обладал и прекрасными сторонами характера. И
Первое упоминание, когда мы встречаем Фому, это в Евангелии от Иоанна в 11 главе, где происходит печальное событие, когда вначале Лазарь заболевает, и его две сестры, Марфа и Мария, идут об этом сообщить Иисусу, что он болен, хотят его позвать. В итоге Иисус Христос не приходит более двух дней туда, и он умирает. И Иисус Христос идет туда, чтобы воскресить Лазаря. Но до этого Иисус Христос покинул Иерусалим, потому что его жизни угрожала опасность. Его хотели убить. И поэтому он был вынужден уйти за Иордан. Это относительно не так далеко, но там было спокойнее, и там он мог спокойно учить своих учеников и других людей, которые желали слушать учение Иисуса Христа. И вот ему нужно идти вновь туда, в Вифанию, это рядом прямо с Иерусалимом. И ученики встревожены, потому что там угрожает жизнь не только ему, но и им в том числе, потому что они пойдут с ним, и это опасность. И вот здесь мы встречаем Фому, это Иоанна 11 глава 16 стих, который говорит: «Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: „Пойдем, и мы умрем с ним“». Пессимистические слова. Пойдем и умрем. Однако в этом пессимизме кроется героизм. Потому что он видит, что Иисус Христос принял это решение пойти туда, для того, чтобы воскрешать Лазаря. И он решает внутри себя: если Иисус Христос решил идти, я готов пойти и умереть. Он не оптимист, который думает: пойдемте, может быть, как-то все обойдется, пронырнем как-то и выскочим, еще, может, все живы останемся. Нет, пойдем и умрем с ним. Но при этом Фома, он довольно такой, проявляет храбрость и героизм. Просто для Фомы, в его понимании, лучше со Христом умереть, чем оказаться без Христа. Чем твой учитель умрет, а ты останешься жив. Для него лучше пойти и умереть вместе с ним. Второе упоминание о Фоме мы встречаем также в Евангелии от Иоанна. И там Иисус Христос говорит о том, что ему нужно будет уйти. Он должен будет уйти к Отцу. И он говорит: «Я иду приготовить место вам, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете». И Фома говорит Христу: «Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь?» Снова Фома как будто бы не слышал о том, что говорил Иисус, о том, что он учил. Он снова все это забыл или проигнорировал. Или, может быть, как раз вот эта вот его черта характера, такого пессимиста, она мешает ему что-то вспомнить, проанализировать. Он говорит, что мы ничего не знаем. Мы не знаем, куда ты идешь, не знаем пути, куда нам следовать. И лучше, если уж ты куда-то уходишь, бери нас с собой, мы там умрем, но не уходи без нас, и чтобы мы здесь не остались одни. И третий момент, когда мы встречаем в Евангелии Фому, это как раз то, что мы с вами прочитали, то место, которое мы будем сегодня изучать, это когда Фома не был с учениками, которым явился Иисус Христос. И это очень плохо, потому что Фома пропустил это важное событие, когда Иисус Христос воскрес и явился всем ученикам, которые закрылись, которые боялись, которые, естественно, не верили, что Иисус Христос воскреснет. Они были абсолютно неверующими все ученики. Они закрылись от страха от иудеев, и с ними не оказалось Фомы. Почему с ними не было Фомы? Мы до конца не знаем, почему его не было, но, скорее всего, для него это была очень тяжелая утрата. Он, наверное, думал о том, что почему же я все-таки не пошел, хотя мы говорили, что пойдем до конца со Христом, мы умрем вместе с ним, но я не пошел, и вот теперь я жив, а он мертв. Фома где-то один переживает все эти страдания. На тот момент, как умер Иисус Христос, прошло там буквально 3 дня, может быть, 4. И
Фома, он находится в таком одиночестве, в горе. Он опустошен, потрясен, раздавлен. У него нет никакого настроения общаться с людьми. И даже с друзьями, с апостолами он не хочет видеться на тот момент. Возможно, в чем-то Фома похож на кого-то из нас, когда у нас какие-то горе, переживания. Мы не хотим никого видеть, мы хотим где-то закрыться, убежать и переживать одних какое-то свое горе. Но что мы видим происходит? Через 8 дней Иисус снова является своим ученикам, и на этот раз Фома находится вместе с ними, с учениками. Иисус приходит так же, как и в первый раз, когда двери были закрыты. Они боялись, что их могут прийти и всех убить, ученики. И вот приходит Иисус Христос. И Он повторяет ту же фразу, которую до этого Фома говорил ученикам. О том, что пока он не увидит эти раны, пока он сам не прикоснется, пока он свою руку не вложит туда, куда был пронзен Иисус Христос, он не поверит. И вы знаете, здесь мы видим любовь нашего Господа Иисуса Христа. И любовь не только к Фоме, которому он явился и так милостиво явил себя и дал возможность убедиться. Но здесь находится милость Божия и к нам с вами. Потому что это еще одно убедительное доказательство того, что Иисус Христос воскрес. Благодаря Фоме, благодаря его неверию, Бог сегодня эту милость являет и нам. Мы с вами можем увидеть и убедиться, то, что Иисус Христос явился Фоме. Не только Фома был неверующий, все ученики неверующие. Это не были какие-то всему верующие люди. Нет, они не верили, сомневались, требовали, дайте мне доказательства. Иисус Христос является ему и говорит, давай, то, что ты хотел, попробуй, пощупай, осижи, ощути. Интересно, когда прибежали ученики и начали говорить Фоме о том, что мы видели Господа, они такие радостные, потому что они его встретили, он живой. Фома, опять же, проявляет тот самый пессимизм. Он не то чтобы он не верит своим друзьям. Он, наверное, предполагает, что вряд ли они будут обманывать, но, скорее всего, им показалось. Мне нужно самому лично пощупать, увидеть, потому что я видел, что Иисус Христос умер. Я был свидетелем того, что Его взяли и Его распяли. И вот эти слова, которые Фома произнес, то, что если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. За это прозвали Фому неверующим. И вы знаете, действительно, он был неверующим. Потому что Иисус Христос это подтверждает и говорит потом ему о том, что не будь неверующим, но верующим. Действительно, Фома не верил. Но Фому отличало от других учеников то, что не то, что он был неверующий, а неверующий. Нет, не в глубине его сомнений кроется его отличие, а в глубине его горя. Потому что то, что он думал, то, чего он боялся, это произошло. Он потерял того, кого он любил, за кем он следовал, потерял Иисуса Христа. Фома говорит ученикам, остальным, если не увижу. И вы знаете, вот здесь вот кроется корень его порока. То, что ему хочется увидеть и удостовериться. Для него главным критерием того, что это правда, является какой-то личный опыт того, что я увижу, потрогаю. В этих словах нету какой-то веры, но эти слова, они требуют чудес и чувственного восприятия. И, вы знаете, на самом деле, то, что Фома хочет увидеть, это
не в этом заключается его главное, главный порок, что ли, в том, что он не верит, но хочет увидеть. Но главная причина, в чем его упрекает Господь Иисус, в том, что он отвергает Божье Слово, то Слово, которое Иисус Христос говорил всем ученикам. И это, на самом деле, классический пример отвержения Божьего Слова, который мы можем встречать и сегодня повсеместно. Подумайте, ведь каждый человек размышляет примерно так. То, что я думаю, то, что я ощущаю, то, что я чувствую, это правильно. И вы знаете, так думают миллионы людей, живущих в Москве и по всему миру. То, что я ощущаю, то, что я думаю, это правильно. И даже если кому-то удалось этого человека убедить в том, что он в чем-то был неправ, это произошло не потому, что кто-то его убедил, а потому, что он теперь тоже так чувствует, потому что он теперь тоже так думает. Давайте теперь задумаемся. Вот в Москве живет, ну, примерно, там, ну, не знаю, 15-20 миллионов человек. У каждого есть свое мнение. И отсюда рождается такая идея, которую можно часто услышать. Ну, у каждого своя истина. Или часто люди говорят, абсолютов не существует. Но на самом деле не так. Потому что любой здравомыслящий человек скажет, то, что это невозможно, чтобы у каждого была своя истина. Потому что если у каждого своя истина, то само слово «истина» теряет свое значение. Тогда это уже не истина, это какое-то мнение или домысел, или просто какая-то надуманная вещь, но это не может быть истиной. Приведу простой такой пример. Например, кто-то решил поймать соседскую собачку и ее съесть. Ну, и кажется, ну а что здесь такого? Как бы человек был голоден, поймал собачку и съел. По Фрейду так вообще голод управлял им, все нормально. Но есть две проблемы, как минимум, здесь. Первое – это то, что он взял чужую собачку и украл ее, и это вот уже нехорошо. Ну, а второе, в принципе, у нас как-то не очень принято взять чужого щенка и как-то его зажарить, даже если вы большой ценитель мяса. Ну, просто так не принято. Но если мы считаем, что у каждого своя истина, то сегодня нам нужно встать в ряды людей, которые будут кричать и говорить, дайте право выбора этим людям. Пускай едят собак, если им нравится. Сегодня нам, этим людям нужно пойти в тюрьмы, пойти в психбольницы и сказать, почему вы их туда посадили? Ведь они делали то, что они чувствуют, то, что они хотят, то, что считали истинным. Но здравомыслящий человек понимает, что не все, что хочешь ты делать, является истинным и правильным. И не все, что ты думаешь и чувствуешь, является истинным и правильным. Но еще немножко про абсолюты, которые говорят, что, говорят люди, что их не существует. В этом утверждении, в самом утверждении, есть ломаная логика. В ней теряется логика. Потому что только стоит спросить человека, а вы абсолютно уверены, что не существует абсолютной истины? Если человек ответит, что он абсолютно уверен, то мы с вами приходим к абсолютному понятию, которое, соответственно, противоречит первому утверждению, что абсолютной истины не существует. То есть нельзя быть абсолютно уверенным, что абсолютной истины не существует. Помимо всего прочего, возвращаясь к Фоме, Фома был среди тех учеников, которым Иисус давал силу, и они совершали чудеса. Они изгоняли бесов, они исцеляли. Фома был свидетелем ежедневных чудес, которые совершал Иисус Христос. В том числе он был свидетелем воскрешения Лазаря. Но в чем же проявляется неверие Фомы? И какая самая главная опасность в его словах неверия? Это то, что он не верит Божьему Слову, тому Слову, которое говорил Иисус Христос на протяжении всей своей земной жизни. Тому Слову, которое было записано у пророков
из Ветхого Завета. То слово, которое он читал, которое он знал, которое он слышал в синагогах. Интересно то, что на каждую встречу с Фомой и его вот такие вот высказывания, такие вот не особо эмоциональные, такие пессимистичные, Иисус Христос отвечал фразами, которые сегодня очень дороги нашему сердцу. Ну, например, в Иоанна 11 главе, где Фома говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним», Иисус Христос далее, когда он разговаривает с Марией и Марфой, он спрашивает их о том, верят ли они в воскресение, и Иисус говорит так. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Иисус Христос говорил о том, что в Нем есть воскресение и жизнь. Это слышал Фома. Это Божье Слово, которое звучало к нему. Далее, в 14 главе, когда Фома опять же говорит свое высказывание, Иисус говорит ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И там же Иисус продолжает и говорит Фоме в Иоанна 14:28: «Вы слышали, что Я сказал вам? Ибо от вас, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Иисус Христос постоянно говорит Своим ученикам и Фоме о том, что Он должен будет умереть, о том, что Он должен будет пойти к Отцу, о том, что Он должен будет воскреснуть. В Марка 9 глава с 9 стиха записано, когда Иисус с учениками спускается с горы Преображения, Он говорит им, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга: «Что значит воскреснуть из мертвых?» И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженному». Смотрите, Иисус Христос явно говорил Фоме о том, что Он должен воскреснуть. Он говорил это и другим ученикам. Он говорил о том, что Ему пострадать предстоит. Он цитировал Ветхий Завет, показывал оттуда ученикам, что вот оно, Божье Слово, истинное, которое должно быть явлено. Но Фома не верил Божьему Слову. И в этом самый главный его грех – неверия. Проблема Фомы в его богословии. Во-первых, его богословие – это бескрестное богословие. Он не хочет, чтобы Христос страдал и умирал. Хотя Иисус ни раз и ни два говорил ему об этом. Он говорил о том, что Он для этого и пришел на эту землю, чтобы пострадать и умереть. Во-вторых, богословие Фомы – это богословие чудес, какого-то успеха, благополучия. Фома не был атеистом. Это не атеист. Он верил в Бога, он верил, что Бог есть. Но он не верил тому Слову Божьему, которое провозглашало, как все должно было произойти и как произошло. Сегодня многие люди также игнорируют Божье Слово. Они готовы идти и искать каких-то чудес или молиться о том, чтобы Бог являл в их жизни чудеса для того, чтобы они больше могли утвердиться в вере или поверить во что-то. Люди готовы даже ехать в другие страны, искать какой-то огонь или омовений. Но люди игнорируют Божье Слово. И это тот упрек, который Иисус Христос сказал и Фоме, и другим ученикам, и, возможно, сегодня говорит тебе. Если ты игнорируешь Божье Слово, Его Слово, которое есть абсолютная истина, Его Слово, которое является абсолютом и мерилом всего, то ты грешишь. И ты в опасном состоянии, если ты игнорируешь Божье Слово. Но
В то же время Бог, Он не лишает людей того, чтобы явить себя, показать. И здесь мы видим то, что Он помогает Фоме уверовать. Помогает убрать его эти... его недоверие, его депрессию, которая мешает ему просто даже вспомнить то слово, которое Христос говорил. Иисус Христос является Фоме и говорит ему: «Подай твой перст и вложи его». Кажется, почему Иисус Христос согласился исполнить такую неуместную просьбу Фомы? И ответ такой, потому что он заботился о Фоме, он любил Фому, и он желал, чтобы Фома был верующим, а не неверующим. И второе, он заботился о твоей и моей вере, чтобы мы сегодня, читая это, эти стихи, могли увидеть Фому, который, казалось бы, должен был удивиться тому, что в закрытое помещение вдруг появляется Иисус Христос. Да, наверное, он удивился. Да, наверное, подумал, что привиделось вместе со всеми. Дальше Иисус Христос ему говорит: тебе недостаточно, что я здесь появился, вложи. Не сказано точно, вложил ли он или нет. Но так как Иисус Христос, после того, как он только это сказал, говорит про веру Фомы, то, что вот теперь ты поверил, я думаю, что, скорее всего, Фома не постеснялся, а вложил и уверовал. Иисус Христос ему говорит: теперь ты веруешь, потому что ты увидел. Вы знаете, Бог являет свои чудеса. Да, чудеса в то время, когда нужно было утвердиться Писанию, учению, они являлись чем-то таким просто, даже, может быть, в какой-то момент стало таким обыденным, что постоянно какие-то чудеса происходят. С Иисусом, Иисус Христос их творит, потом с апостолами чудеса происходят. Но и сегодня Бог отвечает на наши молитвы, и сегодня Бог укрепляет нашу веру, но не в самих чудесах вся суть. Это не сама цель, чтобы произошло какое-то чудо, потому что само чудо, оно не прибавляет веры, оно не дает веру. Потому что были тысячи людей, которые были со Христом, которые видели Христа, которые видели исцеление, которые видели, как был воскрешен Лазарь, но они не уверовали. Уверовали лишь единицы. Большинство людей не уверовали, хотя они лично встречали Иисуса Христа и видели чудеса. Мы на прошлой неделе встречались с семьей Зубаревых, и Катя свидетельствовала о том, как Бог работает с ее семьей, с ее сыном. И я вспомнил историю из своего детства. Как Бог ответил на мою детскую молитву. Мне было, наверное, года 4 или 5, и мы с родителями собрались, чтобы ехать к бабушке на поезде. А билеты так оказались, что у нас было два места, там третье, четвертое, и два других места в другом вагоне. И перед тем, как идти из дома на поезд, мы помолились. Я помолился своей детской такой эгоистической молитвой. Даже не осознавая вообще, там, не понимая, что такое там места и как они расположены, сказал: «Господи, даруй нам первые места». Ну, классическая такая эгоистическая молитва ребенка. Мы пришли в поезд, сели. Ну, папа, соответственно, еще пока что с нами, потом ему нужно пойти в другой вагон. Приходит какой-то мужчина и говорит: «А вы не могли бы с нами поменяться? Я вот вам первое, второе место отдам, а вот там мне нужно другое». Это какая-то мелочь. Но Бог даже и в таких мелочах являет себя. Еще один пример из более моей такой сознательной жизни, когда я усердно молился за своих друзей, однокурсников. Это был второй курс, и они мне сказали: «Ты знаешь, чтобы нам дальше как-то продолжать дружить, больше не рассказывай нам о Христе». Я подумал, ну как-то вообще печально, может, правда, с ними не дружить, а вроде дружить-то как бы хочется и надо, и они все-таки друзья. Подумал, ну ладно, не хотите, чтобы я рассказывал, буду за вас молиться. Начал молиться, начал поститься за них. И вы знаете, Бог начал совершать чудеса. Может быть, для вас они покажутся не чудесами, но для меня это точно чудеса, которые Бог являл в жизни. Вначале один приходит, какой-то такой убитый,
в университет, такой весь какой-то разбитый. Я спрашиваю, что случилось? Мы его даже спрашиваем, другой друг тоже здесь стоит. Он говорит, да сейчас проходил, и там машина сбила женщину. Это как-то так буднично, вот она была жива, и раз, вот она мертва. И мы начали говорить о жизни. Бог даровал эту ситуацию, не я им говорил, они сами ее начали, и мы с ними могли говорить о Боге, о жизни. Буквально проходит 2, может быть, 3 дня. Приходит другой друг, который прям такой атеист, такой прям начитанный, и начинает мне рассказывать о том, что его мама видела какой-то сон, о том, что бабушка умрет, она умерла. Я говорю, слушай, Дима, ты мне сейчас рассказываешь вещи сон, ты что, веришь в это, что? Что такое, что-то бывает? Сверхъестественное? Вы знаете, к сожалению, они так пока до сих пор и не покаялись, и не стали верующими, но Бог, я видела, что Он работал с этими людьми. Он использовал меня для того, чтобы я мог говорить с ними о Христе. Хотя они твердо мне сказали, не надо говорить с нами о Боге. В таких мелочах, а может быть в чем-то большом, Бог и сегодня являет себя, показывает себя. Но все это не для того, чтобы наша вера вдруг стала большой, сильной, или вообще она появилась, но для того, чтобы вновь и вновь нас возвращать к Писанию, к истинному Божьему Слову, на которое мы уповаем, и этому Слову мы верим, потому что это Слово самого Бога. В 28 стихе Фома произносит это исповедание, исповедание верующего человека. Фома сказал в ответ Иисусу Христу: «Господь мой и Бог мой». Знаете, сегодня многие люди пытаются сказать свое мнение о Христе, кто Он был или кто Он является. Например, атеисты, для них Христос – это просто мифическая личность. Для мирских историков – это реальный человек. Для евреев – это национальный герой, а для кого-то – обманщик, фанатик. Для мусульман – это пророк. Для мормонов – это один из сыновей Бога. Для эгоистов это архангел Михаил, хотя сейчас там они чуть-чуть поменяли уже, он уже там не архангел Михаил, а кто-то другой у них. Для индуистов это одно из воплощений Кришны, для толстовцев это просто учитель нравственности. Как много людей, как много мнений, которые по-разному говорят и относятся к Иисусу Христу. Но все это неверное представление о Нем, потому что Писание говорит нам, что Иисус Христос есть воистину Господь и воистину Бог. То, что сказал Фома о нем, это было истина. И Иисус Христос принимает то, что говорит о нем Фома, потому что он воистину был Богом и Господом. Что же несет с собой это исповедание Фомы? Это воистину исповедание верующего человека. И это исповедание верующего человека по 3 факторам. Первое. То, что Фома признает Иисуса Христа Господом. Кто такой Господь? Иначе это Господин. Это тот, кто обладает какой-то властью или верховной властью. И мы знаем, что Иисусу Христу недаром дано это имя Бога Господь, потому что воистину Бог Отец поставил Его и даровал Ему власть над всем. Он будет судить живых и мертвых. Все отдано под ноги Его. Пред именем Иисуса Христа, пред Иисусом Христом склонится, преклонится каждое колено. Воистину, это имя, оно по праву принадлежит Иисусу Христу. Он является посредником между Богом и нами, и нет другого. Он воистину Господь. Но что это значит для нас? Что это значило для Фомы назвать Иисуса Христа Господом? Это означает не что иное, как «я признаю себя твоим рабом». Ты господин, а я твой раб. Кто такой раб? Мне кажется, наверное, большинство из нас читали или слышали в проповедях о том, кто такой раб. У раба практически нет никакой личной жизни. У него есть только один вопрос к господину. Что повелишь мне делать? Я готов.
Но в данном случае это не то рабство, которое, может быть, мы привыкли представлять, когда было угнетение афроамериканцев. Нет. Это раб, который принадлежит полностью господину. И если это добрый господин, то раб с радостью будет служить такому господину. И Господь наш Иисус Христос, Он воистину добрый Бог, которому хочется с радостью служить, хочется отдавать свою жизнь, посвящать всю свою жизнь Иисусу Христу. Второе, что здесь говорит Фома, это он называет Иисуса Христа Богом. Он не останавливается только на том, что Иисус Христос – Господин. Нет, но Он – Бог. И если Иисус Христос – Бог, что это значит для Фомы? И что это значит для нас? Это означает то, что нам нужно поклоняться Ему. Потому что если Иисус Христос – Бог, то Он достоин поклонения. Потому что Бог достоин поклонения. Вера – это не какое-то чувство. Это не просто какие-то эмоции. Но вера в то, что Иисус Христос есть Бог – это то, что дает нам движение, то, что заставляет, можно сказать, нас производить какое-то действие. Вера – это не просто «ну, я верю, но живу по-другому или делаю по-другому». Нет. Вера – это то, что производит в нас действие. Вера без дел мертва, как говорит Иаков. И что производит признание Фомы? То, что Иисус Христос – Бог. И что это должно произвести в нас? Первое – это двигает нас к тому, чтобы мы отказались от тех идолов, которым мы поклонялись. Кажется, ну нет, у меня нет никакого идола, я себе там ничего не выпилил ни из железа, ни из дерева. На самом деле, то, чему мы себя посвящаем, отдаем, то, что мы любим, это и есть те наши идолы, с которыми мы живем. То, на что мы посвящаем свое время – силы. И первое, если мы признаем Иисуса Христа Богом, это отворачивает нас от идолов, которым мы поклонялись, и поворачивает нас к Богу, к Иисусу Христу. Это приводит к нам к Богу, которому мы начинаем поклоняться. И третий момент, который здесь произносит Фома, причем он это говорит подчеркнуто, он дважды это использует местоимение, когда называет Иисуса Христа Господом, он говорит «мой», и когда он называет его Богом, он говорит «мой», «мой Господь и мой Бог». Это говорит нам о том, что Фома имеет личные взаимоотношения со Христом. У него есть эти отношения со Христом. Вы знаете, в Писании сказано, что и бесы веруют, и трепещут. Они верят, что Бог есть, что Он всем управляет. Но бесы не могут назвать Бога своим Богом. Они не могут назвать Его своим Господом. Кто Иисус Христос для тебя? Он Бог церкви? Он Бог какого-то народа? Или Он твой Бог? Можешь ли ты назвать Его своим Богом? Господь мой и Бог мой. Фома смог. Господь даровал ему эту веру, он твердил в нем эту веру. Вы знаете, вот это исповедание Фомы, оно очень похоже на исповедание того разбойника, который висел с Иисусом Христом на кресте. Потому что разбойник сказал так: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Разбойник признал в умирающем человеке, висящем на кресте, в Иисусе Христе, он признает Господина, у которого есть Царство. Этот господин идет в свое царство. Почему он господин? Потому что у него есть царство. Этот разбойник признал это. И также этот разбойник признает, что Иисус Христос – Бог, потому что он говорит: «Вспомни меня, когда придешь в твое царство». Иными словами, я знаю, что я грешник, но я верю, что ты можешь прощать грехи. И потому что прощать грехи может только Бог. Он верит в то, что Иисус Христос может принять его в свое царство, потому что Он есть Бог, который имеет право прощать грехи.
Ученики когда-то задавались вопросом, кто же может спастись? Человеком это невозможно, ответил Иисус, но Богу все возможно. Поэтому Иисус Христос является Богом, Господом и Спасителем, как для того разбойника, который висел на кресте, так для Фомы. Но является ли он сегодня твоим Господом и Спасителем? Если у тебя есть сомнения, если у тебя есть неверие, пойди и спроси у Фомы. И не будь неверующим, но будь верующим. Итак, какая же вера дает жизнь вечную? Иоанн отвечает на этот вопрос, и он с 29 по 31 стих говорит о том, что это Иисус Христос говорит о том, что блаженны не видевшие, но уверовавшие. Дальше Иоанн говорит о том, что очень много других чудес совершил Иисус Христос. Не только те, которые описаны в Евангелии от Иоанна, но много других чудес совершены, но просто много пришлось бы очень книг написать, чтобы обо всех о них упомянуть. И дальше Иоанн сообщает цель своего послания. Для чего он написал Евангелие? Для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его. И здесь есть три момента. Три важных момента, на которые хотелось бы сделать акцент. Первое – это то, что важен объект нашей веры, а не размер нашей веры. Знаете, часто может оказаться то, что мы молимся или мы просим что-то у Бога, и нам и не получаем ответа. И кажется, может быть, потому что у меня вера слабая. Может быть, как-то я могу ее усилить. Может быть, нужно еще больше молиться начать. И в данный момент мы начинаем концентрироваться на своих желаниях. Мы молимся о том, что мы хотим, вместо того, чтобы обратиться к тому, кто может даровать. Вместо того, чтобы сместить свой взор, свой акцент не просто со своей веры или со своей молитвы, а на Христа, который может ответить на молитву. Иисус Христос обещал послать Утешителя, и Он послал Его, Духа Святого, Тот, Который преобразил всех апостолов, и они стали убежденными людьми, сильными людьми, в том числе и был Фома там. Иисус Христос сказал, что «Я пошлю вам Утешителя для того, чтобы Он напомнил вам Мою волю, чтобы вы ее исполняли». Вера заключается в том, чтобы довериться Богу в исполнении Его воли. Это точно так же, как когда мы садимся в самолет, или мы садимся в такси, или в автобус, мы в целом доверяем свою жизнь водителю или пилоту. Но насколько более безопасно доверить свою жизнь Богу, доверить свою жизнь Иисусу Христу? Знаете, есть такая детская песня, в которой косвенно говорится про веру. Она звучит так. «На медведя вышел я, на медведя я, друзья, выйду без испуга, если с другом буду я, а медведь без друга». И вы знаете, вот я так представляю, что вот вся наша воскресная школа вдруг сейчас соберется и пойдет на медведя. Их много, а медведь без друзей. И как-то эффекта на самом деле никакого не будет. Ну, просто медведь лучше наестся. Но вы знаете, вот смысл того, что у нас много друзей, это еще ни о чем не говорит. Важно не сколько у тебя их, а кто твой друг. То же самое, как важно не сколько у тебя веры, а кто является объектом твоей веры, в кого ты веришь, в ком ты уверен. И вы знаете, когда я говорю о том, что я спасен, я не верю в свою сильную веру в данном случае, а я верю, что я спасен, потому что Иисус Христос так сказал, потому что это Его Слово, оно верное, оно истинное. Я доверяю Христу, а не просто своей вере или ее размеру. Второй важный момент – это то, что важны не чувства,
а вера Божьим обещаниям, Его Слову. Это как Авраам, он не просто услышал Божий голос, почувствовал, начал размышлять о том, как там будет хорошо, и никуда не пошел. Нет, Авраам поверил Богу, и он пошел. Вера, она двигает нас. Она дает уверенность в Божьих обещаниях и направляет нас туда, куда ведет нас Господь. Иисус Христос сказал, что «Я пошлю вам Духа Святого». Дух Святой будет являться гарантией вашего спасения. Воистину, Дух Святой дарован верующим, и Он является гарантией нашего спасения. А не потому, что вдруг мы стали сильно верующими или стали такими сильными. Нет. Часто мы проявляем и слабость, и недоверие, но Бог верен Своему Слову. И это то, на что стоит полагаться. Я не хочу сказать, что чувства вообще не важны. Иисус Христос, Бог создал нас людьми, у которых есть чувства. Но это не то, что является основанием, на чем стоит строить свою веру. Но стоит строить свою веру на Божьем Слове. Потому что если бы ученики, и в том числе Фома, верили в то, что сказал Иисус Христос, они бы с радостью ожидали Его воскрешения, когда Он воскреснет. Но они в это не верили. И третий важный момент, то что целью веры, настоящей веры, дарованной нам Богом, является преображенная жизнь. Цель веры не в том, чтобы мы с вами каждое воскресенье ходили в церковь, никогда не опаздывали, отдавали десятины, читали Писание, молились. Это все важно и все правильно. Но цель веры – это преображенная жизнь каждого человека. И Иисус Христос, Он преобразил жизнь Фомы. После встречи со Христом жизнь Фомы преобразилась, и он стал великим благовестником. После того, как произошел день Пятидесятницы, и он принял Духа Святого, когда Дух Святой поселился в нем, Фома, как и другие апостолы, пошел благовествовать до края земли. Существует много различных древних свидетельств о том, что Фома направился в Индию. Он пошел благовестником в Индию. И даже по сей день неподалеку от аэропорта Ченнаи, это в Индии, возвышается небольшой холм, и этот холм считается, то, что там похоронен Фома. На юге Индии существуют некоторые церкви, корни которых прослеживаются до времен ранней церкви. Предания рассказывают о том, что многие церкви были основаны в результате служения Фомы. Самые достоверные предания свидетельствуют о том, что Фома умер мученической смертью. И что интересно, Фому пронзили копьем. Он умер от того, что его пронзили копьем. Это какая-то подходящая смерть мученическая для человека, который желал умереть за Христа и не боялся смерти, потому что он верил в Иисуса Христа. Он действительно поверил тому слову, которое он услышал, и дальше начал его нести всем. Интересен тот факт, что Бог, Он действует через вот таких вот людей, казалось бы, которых, ну, мы бы в свою команду вряд ли взяли. Человек, который постоянно какой-то пессимист, который какой-то негатив несет. Ну, кажется, ну зачем такой человек вообще нужен? Но нет, Бог использует и Фому, и других учеников в своем деле, в том, чтобы нести Евангелие, проповедовать Евангелие. И это ободряет меня сегодня, надеюсь, это ободряет вас, то, что Бог может использовать таких людей, как Фома. Бог может использовать и хочет использовать таких людей, как я и ты. Он может использовать кого угодно, и это неважно. Не зависит от личности, от характера, от положения в обществе, от какого-то происхождения. Бог способен поменять и характер. Бог способен изменить человека, потому что Он может даровать ему веру, веру в Его Слово. И все апостолы, за исключением Иуды, их объединяло одно. Они готовы были признать себя грешниками и обращаться к Иисусу вновь и вновь за милостью,
зная, что Иисус Христос есть Бог, есть Господь, есть Спаситель. И Христос преобразил их жизни для Своей славы. И пусть сегодня Господь благословляет нас и преображает наши жизни, чтобы мы жили для Его славы, имея твердую веру, которая будет нас двигать, ту веру, которая способна горы даже нашего неверия сдвинуть, сместить и направлять нас на то, чтобы мы несли Евангелие, как это сделал Фома. И, может быть, кого-то из нас будет ждать такая же смерть, как Фому. Мученическая смерть за веру в Иисуса Христа. Но нас уже ничто не разлучит с Ним, если мы веруем в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты от начала сотворения мира задумал, как Ты даруешь спасение тем, которые не знали Тебя, те, которые были без надежды, те, которые верили и надеялись только на себя, на свои силы и пытались что-то делать в этой жизни. Но Ты, Господь, даровал Спасителя Иисуса Христа, который умер за людей, за наши грехи, потому что мы сами не способны были от них избавиться. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты пострадал, за то, что Ты умер и воскрес. Боже, мы благодарим Тебя и славим за ту веру, которую Ты даруешь в наше сердце, за то слово истинное, непоколебимое, которое Ты даровал. Это Твое слово. Воистину, Господь, это слово истина, оно абсолютно. И все, что Ты сказал, оно так и совершилось. И все, что Ты обещал, оно исполнится. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоя вера, она есть внутри нас. И Ты свидетельствуешь Духу нашему. Иногда мы ощущаем, что Ты рядом, а иногда у нас нет этих чувств. Господь, но благодарность Тебе за Твое истинное слово, которое говорит, что Ты всегда рядом. Ты не оставишь и не покинешь. Ты сохранишь в своей руке, потому что Ты Бог сильный, Бог крепкий. Благодарность Тебе одному за все да будет. Во имя Иисуса Христа. Аминь.